Здравствуйте, с вами «Русский охотничий журнал». Здравствуйте. Итак, с вами «Русский охотничий журнал». Я его главный редактор Михаил Кречмар. И мы сегодня поговорим о том, зачем нужна вообще шина на оптических прицелах. И попробуем поставить оптический прицел от Swarovski Habicht, загонник 1.25 на 4.24. На уже известный вам карабин Savage, модель 99, с планкой Picatinny. Карабин этот перестволен под патрон 7.62 на 39. Кроме ствола и планки Picatinny, все на нем оригинальное и старое. Он 1914 года выпуска, такой настоящий раритет. У меня в руках оказался прицел от компании Swarovski. Вот этот вот самый Habicht. И я хочу его поставить на этот карабин. Ну что же, теперь можно идти на стрельбище. Ну вот, собственно говоря, приехали на то место, где мы собираемся стрелять. Вот он, искомый карабин Savage модели 99. Я постарался привести его, ну, не к нормальному бою, но, в общем-то, к совпадению точки прицеливания и оси канала ствола с помощью лазерного патрона у себя в квартире. А сейчас момент истины. Стрельба. Так, ну что, посмотрим. Совсем неплохо расползлось на две кучки. Теперь перенесем огонь на 100 метров. Зарядка у этого карабина, конечно, довольно мешкотная, скажу я вам честно. Здесь магазин роторного типа, мы его называем манлихеровским, но он на самом деле не манлихеровский. Свой собственный в данном конкретном случае. Ну что, пошли смотреть. В принципе, конечно, могло быть хуже. Ну вот, два оторвал. Хотя я не уверен, что оторвал. Это вот патрон у меня иногда такой барнаульский отскок делает. Здесь хорошо. Хорошо. Ну ладно, для патрона 7.62 на 39 не так плохо. Итак, для ветерана 110-летнего возраста эта винтовка ведет себя совсем неплохо. И не подводит. Надеюсь, и впредь не будет. Спасибо.